Сегодня у нас путешествие на вершину горы, которая называется Камендел. Камендел. Мы начинаем со станции Алека, дальше идем по отмеченной тропе до Камендел. После этого идем в Моминову скалу, там хижина, тоже по отмеченной тропе. А дальше через Баянский водопад, либо Баянское озеро, спускаемся в Баяна. Мы дошли до точки голый верх. Здесь такая типа ресторанчик, но он сейчас не работает. Вот нам за него идти и дальше наша точка ожидаемая. Здесь находится старт велосипедной трассы. Написано: не ходить пешком, опасно. И вот такой вот трек пошел. Велосипедный. Thank you.